Телерадиоканал «Страна FM» представляет программу «Зарубежка». Музыкальное путешествие в прошлое. Самые горячие иностранные хиты и новинки. Ведущий Влад Кутузов. Слушай, смотри. Категория 12+. Всем большой привет, друзья. Говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов. И сегодня мы отправимся в год 2012. Ну, совсем недавно все это было. Для одних это практически мгновение, для других, возможно, целая вечность. В любом случае, в ближайшем часе вспомним самые яркие песни пятилетней давности. Итак, на старт, внимание, поехали! Зарубежка. И начнем по старой доброй традиции с музыкальной новиночки, которая настолько новинка, что даже клипа полноценного к ней пока еще не вышло. Но в этом случае нас всегда спасает так называемый лирик. Это когда клипа нет, а картинка уже есть. Прекрасно. Но самое главное, что есть полноценная песня, которая в самом ближайшем времени может стать настоящим хитом. Итак, открывает сегодняшнюю зарубежку на стране FM Дэвид Гетта, Ники Минаж и Лил Уэйн. Песня «Light My Body Up». Огонь недели. Started my sentence like a capital letter. Got bars for years, I hope you send me a letter. No, she'll never be queen, so now she got the vendetta. I ain't talking about David when I say I'm a getter. 20 mil on my off season, of course. 20 million when you ain't put out no album or tours. Yes, bitch, I mean pretty and icy. Get it icy, but my name spelled N-I-C. I feel like we're going under, take me down. I can't help but wonder, you got everything I want. And if you keep on talking, I'ma put it where you want it. Keep up, ain't no need to slow it down. We could get it poppin', you could love me downtown. You got everything I want now. Let me fill your fantasies and give you what you dream about. You wanna bet that you never find another like me? I'm once in a lifetime. Only get all of me once in your lifetime. I'll leave you drowning in your wet dreams, swimming in the love, stuff it up in your wet dream. Baby, let me blow your cover. Come on, make me wish I was your part-time lover. Зарубежка. Друзья, на стране FM программа «Зарубежка», и мы отматываем несколько лет назад и оказываемся в году 2012. Мне, кстати, очень жаль, что эта певица совсем пропала из медийно-музыкального пространства, и даже поиски в сети особого результата не дали. Но тогда, в 2012-м, ее карьера шла активно в гору. Это Кеша, и прям такой огненно-бодрящий трек под названием «Die Young» мы посмотрим и послушаем прямо сейчас. Десятые. Let's make the most of the night like we're gonna die.
magic that we got nobody can touch. Looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die. I hear your heart. Напомню, вы слушаете и смотрите программу «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна-ФМ». И сегодня мы с вами пытаемся раствориться в году 2012 и слушаем самые популярные песни того времени. «Don't You Worry, Child» — сингл шведского электронно-танцевального проекта с громким названием «Swedish House Mafia». Он являлся шестым и последним в релизе перед прощальным туром коллектива, после которого последовал распад. Ну, как-то парни, видимо, подустали друг от друга и решили, что пора уже с этим делом потихонечку завязывать. Но песни-то остались, и это, друзья, радует. Итак, Swedish House Mafia и Джон Мартин. Песня «Don't You Worry, Child». Десятые. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone. Now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Yeah. These stories starting here in the UK, which is why they're here today. But I love you guys, Dave, these three guys. So for the last time ever in the UK, Milton Keynes, make some noise. The Swedish House. Got a plan for you.
«Зарубежка». Программа «Зарубежка» на стране FM продолжается и продолжается очень бодренько. Но так случилось, что как раз в 2012-м написалось и спелось очень много динамичных треков, многие из которых стали настоящими суперхитами. Один из таких — песня «Домино» певицы Джесси Джей. Кстати, изначально певица выложила 21-секундный отрывок своей новой песни, что называется, на зацен в Твиттер. Ну и когда уже стало понятно, что тест пройден, зарелизила ее уже официально на канале YouTube. Но давайте и мы вспомним эту прекрасную, очень, кстати, голосистую певицу Джесси Джей и «Домино». Десятые. Зарубежка. Друзья, напомню, в программе «Зарубежка» мы сегодня смотрим и слушаем самые-самые песни пятилетней давности. На очереди человек, который разорвал все шаблоны и поставил самый настоящий рекорд. Видео на его песню стало самым просматриваемым за всю историю канала YouTube. На данный момент у нее почти, внимание, 3 миллиарда уникальных зрителей. Ну и еще одна немаловажная и в какой-то степени неожиданная вещь. Парень этот, между прочим, из Южной Кореи. Кто бы мог подумать, что они, корейцы, бывают настолько радостными и веселыми. Это Псай и Гангнам Style. Десятые.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 지금부터 갈 때까지 가볼까? Go, 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 go! 오빤 강남 스타일. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선어해, 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해, 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해, 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해, 그런 선어해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 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 옵. 비는 놈, 그 위에 나는 놈, baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈. 비는 놈, 그 위에 나는 놈, baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈. What I'm saying. 오빤 강남스타. Зарубежка. Вы смотрите и слушаете программу «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна ФМ». Алиша Бэтмур. Вот скажите, друзья, кому-то это имя хоть о чем-нибудь говорит? Друзья, и мне бы не сказало, если бы я не знал, что это настоящее имя и фамилия всемирно известной актрисы и певицы Pink. К 2012-му она уже была обладательницей самых разных призов и наград. Там и Грэмми, MTV Video Music Awards и много чего еще. И все это вполне заслуженно. Певица вообще придерживается жизненного принципа: никогда не останавливайся, и все обязательно будет. Ну и давайте уже к музыке. Просто прекраснейшая песня от Pink, Try. Десятые. Never ask why.
couple times. Why do we fall in love so easy, even when it's not right? Зарубежка. Всем еще раз большой привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и мы с вами продолжаем слушать и смотреть самые яркие хиты 2012 года. Песня «Hall of Fame» стала первым синглом ирландского альтернативного коллектива «The Script», которому удалось возглавить чарт Великобритании 5 лет назад. Пусть на пару недель, но все-таки удалось. Было продано около 600 тысяч копий в 2012 году, что дало группе стать одним из самых продаваемых синглов в Англии. О самой песне лидер музыкантов Дэнни О'Донахью сказал: «Мы хотели донести как можно больше эмоций в звучании трека, а также через текст. Безусловно, эта песня является самой положительной и оптимистичной из всего того, что мы к этому моменту создали». Ну, давайте еще раз, друзья, проверим прямо сейчас все это на себе. The Script, Hall of Fame. Десятые. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. Yeah.
Зарубежка. Ну а теперь, друзья, в программе «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна FM» еще один очень свеженький трек, который имеет желание взлететь еще выше. Кстати, фактурная женщина по имени Ники Минаж сегодня у нас уже имела место в самом начале программы, но что делать? Хорошего, как известно, должно быть много, тем более, что Минаж и на этот раз не одна, а в очень неплохой компании вместе с Джейсоном Деруло. Давайте послушаем их абсолютно новое творение, которое называется «Свала». Огонь недели! Young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. Shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, y'all. Bad girls gon' swallow, la, la. Bust down on my wrist, ain't it, bitch? My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. And that's all a nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch and he know. Like how your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. This the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. If you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. My love, drink, swalla la la. My love, drink, swalla la la. И вновь, друзья, мы возвращаемся в 2012 год. Напомню, что в сегодняшней программе самые яркие, популярные и самые успешные песни пятилетней давности. И вот, если честно, я не понимаю, каким образом именно эта девушка стала одной из самых популярных, а главное, одной из самых высокооплачиваемых певиц в мире. Но факт такой имеется, и оспаривать его нет никакого смысла, хотя бы потому, что это чистейшей воды правда. Девушку, кстати, зовут Тейлор Свифт, и в 2012-м ее творческая жизнь била ключом. К примеру, песня «We're never ever getting back together» стала первым в карьере певицы лидером американского чарта Billboard Hot 100 и вторым ее хитом номер один уже в Канаде. Ведь когда-то давно она пела кантри и даже мечтать не могла о такой вселенской славе. Вот что значит ежедневный труд и его величество случай. Итак, Тейлор Свифт, «We are never ever getting back together». Десятые. I remember when we broke up, the first time, seeing this is it, I've had enough, 'cause
like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 we called it off again last night, but ooh, 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 this time I'm telling you, I'm telling you, we are never, ever, ever getting back. Ever. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Если вы к нам, друзья, только что подключились, напомню, вы смотрите и слушаете «Зарубежку» на стране FM. Сегодня мы в 2012 году. Понятное дело, что все песни в сегодняшней программе вам должны быть хорошо знакомы, и все-таки даже среди них встречаются те, что, по общим ощущениям, звучали и продолжают звучать намного чаще, чем все остальные. Как раз одна из таких у нас на очереди. Заразная, как вирус, но вирус такой хороший, приятный, без последствий. Кстати, многие критики не воспринимают творчество этого исполнителя всерьез, называя все, что он делает, таким грязным. Тем не менее, в его песнях порой отражается действительность, происходящая на улицах американских городов. Это Флорайда и Уистл. Десятые. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby?
don't even know she can get in it but alone. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me a perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. While you're working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle? В некоторых выпусках «Зарубежки» на стране FM эта удивительная певица уже у нас присутствовала. Но она из тех персон, которым можно уделять внимание хоть каждую неделю, и перебора не будет, ибо талант и красота. Я сейчас говорю, конечно, о Кристине Агилере. Напомню, что она является обладательницей 6 Грэмми, награждена Государственным департаментом США за вклад в участие в борьбе с голодом, является послом Всемирной продовольственной программы ООН. Участие Кристины в благотворительных проектах помогло собрать более 117 миллионов долларов. Ну, не молодец ли? Однозначно молодец. Давайте послушаем ее песню 2012 года «Your Body». Десятые. Place.
Зарубежка. Зарубежка. Друзья, на очереди у нас последняя из 10 самых популярных песен 2012 года. Ну и, конечно, это песня, без которой никак нельзя было себе представить поп-музыкальную картинку 5-летней давности. Ходят слухи, что однажды в тот момент, когда эта девушка подстригала в саду розы, напевая песню, ее услышал какой-то очень важный человек из шоу-бизнеса, ну и, что называется, понеслось. Ну, может быть, правда, а может быть, нужна просто была красивая легенда, что не редкость. Так или иначе, спорить с тем, что эта барбадосская красотка находится в топе самых-самых звезд, совершенно бессмысленно. И в 2012 году у нее вышла просто волшебная песня. Это, конечно же, Риана и Diamonds. Десятые. Ну и в финале программы «Зарубежка» на стороне FM традиционно еще один огонь этой недели. Свежайшая музыкальная новинка. Про эту группу все почему-то думают, что успех к ней пришел практически мгновенно. Но это, друзья, не совсем так. Даже совсем не так. Целых 10 лет понадобилось коллективу Maroon 5 для того, чтобы добиться настоящей мировой славы. Так что терпение и труд все перетрут. С тех пор было выпущено огромное количество супер-мега-хитов. Мы же послушаем самый последний из них. Итак, через пару секунд у нас Maroon 5 и песня «Cold». Огонь недели. To my bones, it feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. When we're kissing. Feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know. If you wanna
What you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you, distant? Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know. Never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you tryin' cut me off like a light switch. Tryin' stay in Ali, saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on a four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, boy, where your heart used to be. You go dig every day. I spit the four door to the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you Spain? Baby, tell me how did you get so. Зарубежка. Ну а у меня, друзья, на этом все на сегодня. Ровно через неделю мы снова пробежимся по самым ярким и самым популярным знаковым хитам из далекого или не очень прошлого. Ну и не забудем про нынешние актуальные музыкальные новиночки. С вами была программа «Зарубежка» и я, Влад Кутузов. Смотрите и слушайте телерадиоканал «Страна FM». Пока, бай, чао. Зарубежка.